Во, пятого нашли. Что там? Декаденс, мужик. Мужик? Да. Во, пятого нашли. Сейчас зайдет к вам. Что там? Класс, стрим опять никто мужик? Не смотрит. Сандер? Да, конечно. Вот глюч на этом нашли. Стримы на этом. Сейчас. Что там? Класс, стрим опять никто мужик? Не смотрит. Сандер? Да, конечно. Вот глюч на этом нашли. Стримы на этом. Сейчас. Что там? Класс, стрим опять никто мужик? Не смотрит. Сандер? Да, конечно. Вот глюч на этом нашли. Стримы на этом. Сейчас. Что там? Никто мужик? Не смотрит. Сандер? Да, конечно. Вот глюч. Ну где ты, электроник, кто там подключался? Так, подожди, Александр, это кто у нас? Ауриген? Да? Кто-кто? Ну вот, это Александр, это Ауриген, да, у нас? Кидайте приглас. По-моему, не знаю, я уже не помню. Да, Ауриген. Ариу Грин, Ауриген. Не знаю, я привык так. Ауриген. Давай. Я тебе кинул инвайт, если ты слышишь. Давай, Адик, выбирай, тоже готов, жми. Я пошел курить. Не, а Тёмик что ли не видит? Ага. Стой, вот у тебя походу трансляция идет нормально, а у меня почему-то постоянно подгружает трансляцию. Чё за бред у меня? Но у тебя 100 тысяч просмотров уже, потому что и 500 фолловеров, наверное, поэтому. Да.
Ну, вот смотри, да-да-да, это, у меня 770. Вот давай ты мне сейчас после игры расскажешь, тогда я его настрою, потому что я запарился выбирать настройки. Ну, экспириенс я могу прямо сейчас открыть. Не проблема. Давай не TeamViewer, тогда давай эту... Сейчас. Ну, у меня нету, а тебе надо будет скачать 2 мегабайта. Второй же TeamViewer практически, сейчас скажу, как называется. Ну, а это Emmy Admin программка. Я помню просто Emmy Admin. Не потратишь ты на это больше минуты. Google Chrome не рекомендует загрузку этого файла. TeamViewer не надо настраивать? Давай я TeamViewer скачаю. Ну, я сейчас скачаю TeamViewer. Игра стартанула, если чё. Да блин. Что есть? Скорелку просрал. Да, давай с красного начнем. Кто у нас мидер? Гидеоша, да? Стил, ты соло лайн стоишь. Не в скайпе, походу. Кто? Стил. Жень, помоги. Я на левом лайне. А, да. А ну вот там, Гидош поможет. Я, кстати, тоже, когда ты это рассказывал, я, в принципе, как... я, правда, с Женькой вдвоем пробовал, но я успевал. Ховится, да. Не выходи, жди наш. Ждем его. Чёрт знает. У меня скилла нет, я не знаю, что.
Лев справа или левый? Синий подбираем. Выпил. Зачем кто в обход пошел? Мёрдыка? А, ну там еще стил, потому что... Ну, судя по тому, как он тут спит... Я сейчас ветку откатится, заметлял. Он не уходит. Я еще прыжок к нему есть. Все, не... Я посмотрел. Что за сверка? Но я бутылку выпил, поэтому. Я могу потом в него впрыгнуть. Ну, он подставил. Что это дело? Че, мы откроем? Я бы выпрыгнул. И... Я без бутылок только, но так-то пошли. Пошли сидеть. Тут кто-то был. Пусто. Пустой весь лес. Ну это понятно. Не, ну какая на самом деле невелика разница. Тут, понимаешь, я ешкой не охват. Помедлил. Вон Фэнкес убегает. Чё, мы домой? У меня 12 вообще очков, да. Слева. Один полный итем есть. Ну там смотри, там забрали, а вот Арию Грину можно помочь, да? Будем ходить? Давай левый лес забираем, короче.
Ты вон как имеешь в виду. И у нас, знаешь, в чем проблема? Мы ни одного харвестера не поставили. Ждем 10 секунд, нет? Стой, вот этих подбираем. Гидон, ой, Фэнгмау, мне не нравится, чтобы порезали эту ману сильно. ХП, ладно, я согласен, но надо было резать. Чё, вон, центр? Трое центр. Четверо центр. Я могу фанга поймать. А, нет. Все, на босс возвращаюсь. Угу. У меня, в принципе, за две хилки одна мана. Ой, они три слева, они нас не успеют поймать. Так, что потом по центру пойдем пушить? Удобно подойти со всех. Его добираешь? Я вношу. Ой-ой-ой, у меня вот так прилетел кота. Где стоять предлагаешь? Ну стоп, да пропусти, блядь, ты тут двое. И, угу, никто не стал пушить, я один пушу. Ребята, зачем ушли? Они все на мид ушли. А коту по турку я не полезу. Я свой тоже с лайн ушел. Чё, через дом? Блин, нет. Сейчас. Иду, да. Я добивал себе это, очков. Не хватало копеек. Я в лес вражеский вон собрал полностью. Ну чё, мы куда идем? Я около тебя.
Черный бомб. Пошли одним лайном. Одним лайном зайдем правым под пистак. Да я выходил эту вообще забрать, а не... Ну ладно. Давай мид ломать, вот, ничего. Стой, 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 с этим не входите. Все. Пропал. Спина. У меня выходит, короче, эти. Мне будут, блять. Фэнк может это разъебать. Да. Это было просто... Мы сейчас с тобой слишком нагло уже пошли. Ну это понятное дело, да. Да не, на самом деле, тут, если бы Фэнк промахнул с ультом, то бы это... Пошли красные, да. Ну, может быть, и добили бы. Думаешь? Я забираю, а то... Силу подбираем, да? Гидон, там красный чуть был? Собрать все, он есть. Поймал наверху, смотри. А там можно поймать, разорвать, блядь. Блядь, я попал. Но я минус 2 взял. Сейчас работает, я что-то, ты пропал куда-то. А черный баф был в кулдауне, мы же до этого с ним заходили. Не мы заходили, а Женя был с ним.
Я, кстати, тоже думал над этим, чтобы фигмау засунуть при 1000 хп. Я еще позавчера задумался над тем, что плюс 1000 хп под ОП бафом, и ты, получается, тебя очень трудно будет убить уже. Есть карты, но они дорогие, да. Подожди, я даже туда еще не заходил. Да сейчас я сам, в принципе, должен разобраться. Да-да-да, я уже зашел, залогинился даже там под своим твичом. Да, поставил качество среднее при 30 кадрах в секунду. И то есть, и дальше мне ничего не надо. Он уже начал типа транслировать. В смысле фуллскрин? То есть игра должна быть всегда развернута? Ты про это? Ну, у меня ни окно, ничего, я в полный экран играю. Ну-ну-ну. У меня полный экран всегда. Я ненавижу играть с рамками. А мне сейчас ОБС-ку тогда надо выключить, да, и посмотреть, а там кто-то пришел на канал. Ну-ка, останови трансляцию. Ну-ка, зайдите кто-нибудь. Скажите. А, ну я с телефона могу зайти, в принципе, так-то. А, там Alt F8, наверное, да, надо нажать. Ну да, у меня Alt F8 написано. Включает, отключает трансляцию. Просто как понять, что он ее включил? Я вижу. Угу, я вижу. Так, ну пока, блядь, он почему-то не хочет включать.
А, так, это может быть в настройках. Так, где же я это менял? Чтобы он рабочий стол захватывал. Вот. Allow desktop capture, нет, выключено. Ну, Тём, я не идиот же, блядь. Полное окно у меня стоит, конечно. Да. Стоп. А. Всё, я понял. Только трансляцию он не хочет включать, продолжая упендриваться. А ну... Всё, разворачиваюсь. Блин, а стоял-то до этого, кстати, на самом деле, я не понял, почему окно. Я выставлял, а когда слетели они, я не понимаю. Потому что они помогли, я типа это. Тебе надо оставить же, да? Крипов берем? Или на мид выходит? Он крипов берет, короче, потому что, судя по ударам, ну, может его попробуем, нет? А, это Грукс был. А если найду? Я уже пью. Рэнд, нас не снимут сейчас? Она от меня уходит, а, ну нахуй. Вот крипы стоят. Всё, не трачу. Я готов выпить, у меня по одной бутылке осталось. Мурка и Гидоша. Мурка, АФКшу. Это выкинул скилл у нас. Мурку забей. Чё, куда мы? Мана есть, это полхп, ну, больше полхп. Зря вошел. Ну, я их забрал. Ладно, я тоже тогда полетел. А, ну он кто-то бьет, да? Вон Гидош стоит в своем лесу. Убил Кварт. Чё, может, Харвестер поставлю?
Че, я синий забираю? Конечно, вот это вот глупый щит, после него автоатака плохо работает. То есть он как будто назад уходит. Калори ушла. С правого лайна. Передел кстати, да? Я почти сейчас вот этих хватит. Че, мид забираем, нет, они наглеют. Мид, давай, 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 мид. Это что? Ну Рэм хоть ушел. Нет, на месте. Ты выйдешь? Рэмпич побежал налево. На мид. Можно левый лайн. Пошли. Подбираем крипов? Нет? Нет, ему уже дали. Вон. Блять, лошара я. Не-не-не, я тут. Я сзади вас. Вот. Я тут здесь собрал. Блин, валил. На шага. Есть ключ. Я тоже под тауэр вообще походу. Он далеко под тауэром. Ну, время тратим. Надо было правда ключ поставить. Пошли чужой синий, короче, приберем к рукам. Да. Калори. Не могу, не хватай. Бля, я не выйду оттуда. Крипы очень больно бьют. Да-да-да, деньги забрал. Да, синим достал. Шесть мне чуть-чуть не хватает. Не, мне слишком много не хватает. А у меня, видишь, у меня наоборот не хочет Shadowplay работать, когда я не ставлю это, дисктоп, что-то там это.
Да я уже разобрался, я тебе говорю, я галочку поставил, включаю, у меня все начинает вот показываться. Они под тауром. Блин, надо тебе их отдавать, а мне рядом стоять. Жир набираешь. Ну чё так? Это тоже без фантовы, что дальше по их лесу? Калор. На красном. Я взял. Видошку, не, он там под своим. Ты куда хотел там? Я могу выйти со спины. Оп, стоп. Спасибо. Люблю тебя за это. Вместо тебя меня дарили камню. Ой, вон. Но я упал из него. Убивать жирного? Подмурки. Какой-нибудь проблем, да? Это право. У меня еще две банки есть. Помогаем лучше-то забрать, нет? Таур, помогаем забрать? Ой, я забрал там. Вон идет рампа. Видишь их в лесу? Аккуратнее, рампа там. Жень. Да все, я ухожу. Нам бы вообще по-хорошему мид задефать. Ага, тут варту воткнули. Она одна, что ли? Нет, они вдвоем. Мне кто поможет с мидом? Сейчас я иду на мид. Ну все, я не пойду на них тогда. Мурка. Мурка на меня смотрела. Че, синий забрать? Я синий уже принял так-то. Давай вот справа и харвест. Да. Ну мне вот с мида вышли. Я без карт, учти, я это... У меня 9 очков, я не сходил. Как минимум. Он не успел отпрыгнуть. Миди трое. Может. Домой вообще? 12.
Пол Нейтон будет. Блин. Чё, куда идём? Она уходит. Где калори тут? Вон она. Я забрал ее. Я знаю, я пью. Нет, тут опасян. Пошли мы же синий заберем, может. Ну и красный, и синий. Угу. Здесь. Угу. Все хорошо, 13 секунд ульты. Улетела Мурка. К вам, наверное. Меня тормозят сзади. Тут вард. У меня проблема в том, что я маленький. И я не попал. Тут трое, четверо. А я прыгаю, знаешь. Ну все. А нет, пацаны, я останчился. Бежим, 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 бежим. Нам тут делать нечего с такими ФП. Думаешь, пытается меня по таурам прибрать? Меня пытается. Меня забегает. Нет, меня нет. Не попал? Дорогой не сдается на жёсткий заряд. Сука, сука, сучка, хп. Слушай, это говно меня могло один раз ударить, и я бы крякнул, блядь. 45 хп оставил, блядь. Вот ты пропал опять. Пропал у тебя. Ты как будто взял и отсел от микрофона очень далеко.
Я впрыгнул туда и заметил. Я же в руку попал, на меня Гидеон аж сыпал херней, и я в этот момент замахивался. Я запрыгиваю туда, кидаю ешу туда. Сейчас, подожди. Вот я включаю, когда эту херню. Alt 8 нажимаю, мне пишет, что я все, стрим начинаю. Ну, сейчас смотрю именно на самом Твиче. По идее, я должен начать стримить. Только единственное, но что у меня может быть наоборот, надо быть в окне. А? Работает стрим? Просто если отдамнусь, то, соответственно, будет видно этот. Будет пауза, мне кажется, будет рабочий столб. Рабочий столб? А, ну там задержка. Я тебе говорю, у меня эта ситуация почему-то, знаешь, как я до этого, когда видос писал, смотри, проблема с Shadowplay, пока я не поставлю вот это вот, что снимается это, типа рабочий стол, десктоп, там что-то вот, он вообще не включается у меня. Самое стрёмное, что я не вижу свой стрим с телефона. Можно как-то просто чат открыть? А, да, вон. Вот так могу чат открыть. Все нормально. Просто я не знаю, сколько человек тогда меня смотрит, если че. А чат так есть. Так, чё? Еще раз повторяем это все. Продолжаем продвижение по голде. У меня просто голд. Я вчера... Мы играли, я 6 игр подряд на Фингмал выиграл. Так, я в принципе готов там... А, у нас кто-то отвалился. Подождите, пятого надо найти. Кто у нас? Женя лидер? Жень, ливни. Зачем? Потому что... Давай, собирай заново пати. Потому что это... Вчетвером ты опять очередной бомж, который не понимает, что делать. Сам знаешь. Ну, как бы мы сейчас вчетвером играли, если ты не в курсе. Мы, по-моему, вчетвером играли. Ну, он надо стоял было... на базе, как бы. Дай? Да. Кто у нас на базе стоял? Ну, он стоп вот этот. А, 001, да, все вижу. Охеренно, вот так выигрываешь игру, и потом только понимаешь, что ты это, да? Четвером играл. Ну я его и не беру. Поэтому я и стартовал так. Так, я отошел курить тогда. Не тоже.
Я тут, сейчас попробую найти проблему, почему он только с этой фигней пишет. Хотя... Смотреть, Женк, можешь посмотреть, ты что пишешь? Нет. Сейчас приду. Просто у меня почему-то в приложении Твича на Android не показывает, что это. Ну, у меня вообще нет онлайна. Вот и я про то же. Или может потому, что я игры не нашел? Съезд больших дядей, блядь. Чё, проблем нет, не проблем? Так его не видно. Да. Пошли вражеский рез, да. А они, возможно, то же самое, только на синем делали. Да, вон Грукс вышел. Грукс вышел. У меня 8 секунд кулдаун на слоу. Нет. Забей. Ну, кот аккуратней. Нашел как-то. Кот рандомный, по-моему. Прошли вас, да. Мид Хэнгмау сразу.
Ну пошли, уж раз пошел так. Нет, это не свой. Ой, нас твинбласт спалил. Ну это было понятно, что он туда войдет, там еще его кот подпихнул. Сука, я ушел. Он ходит. Я выжил. Нет, часть только. Я бы иначе не выжил, если бы я пошел их собирать, я бы умер. На четвертом уже или залазить пожарский тур, ты сам понимаешь. Может проще правый лес? Тут один крип стоит. Нет, беру. У меня есть харвестер с собой. Ой, я не помню. У меня, по-моему, такого еще нету. Эмпач ушел справа. Ладно. Так, ты сейчас наш чувак ломает. Так, он не ушел направо, медленно. Это ты в чужом лесу вообще-то? Ты в курсе? Ходим, да. Это чужой лес, а не наш вообще-то. Можно левый лайн будет сейчас сходить. А, ты хочешь лайн забирать? Можно ему попробовать спин зайти. Фангмау, смотри вон. В инвиз. Давай этого, Гидошу. Приговори. У меня есть пульт. Я не буду устраивать, он не уйдет уже. Ну почти уханул. Это мне не нравится, что они вот так вот просто бросают смотреть на персонажей. У меня еще полсекунды. Это фэн! О! Валите. Я попробую задержать. Давай, я тебе скорости дал, беги отсюда. Там еще кто-то пришел. Иди отсюда. Оттолкнешь его?
или я умру. Блять. Ну неправильно. Иди сюда, Гидеон. У нас левый тут пушит. Можно сейчас подбираем красный, заходим за синим и туда выходим, если они, дураки не уйдут. Вот я тебе про это сказал. Зачем с центром? Наш харвестер бьет. Че ты сходишь, спускаешься ко мне в лес? Спину бьет Фэн. Легко сказать, мне сделать, блять, мне сейчас перекрыть. Все, я выше. Мы его не забьем, мне кажется. Ну я тут по-любому иду. Мне без тебя трогать наш лес, нет? Да хомяк. Нету, 63 секунды, я фэнк мау забирал. Сейчас этот отпустится, смотри. Возвращаемся туда, да. Я вообще пустой. Я на больше харвестов поставлю. Ну я из этого, я из фрагма убийцу делаю, у меня нет. У меня только хп могу добрать ему. Ты на лайн пошел? Я пойду синий заберу и лес вообще свесь с него. У них Фэнг Мао поступает в любой непонятной ситуации ульти, так что смотри. Я вижу. Так, чё, в наш лес идёшь? Окей, я туда тоже выдвигаюсь. Себе, он Грукс на миде. Толкнул тебя.
Сейчас Грукс туда пойдет. Слева двое их всего. Сука, дед. Ушли слева. Там Гидеон нас убьет. Не попался. Угу. На ульте еще есть. И я. Ты им больше не понравился, чем я. Куда выдвигаемся? Круг сошел. А они все этот лайн дефят. Мы, грубо говоря, пропихнули тот лайн, где... Можем, если заберем, я могу упрыгать на этого забрать. А, ну да, Жек, может у нас... На тебе можно, в натуре скинуть же, у нас же рампа. Я начинаю, да? Чай Харвестер поставлю, приду к тебе. Этот идет. Идут сюда. Вон, видишь? Да, он там. Он попал по кому-нибудь ультом, нет? Их ультит этот урод, блядь. Вон он. Дашь сферу? Тихо на меня скинул, ну все понятно. А, блядь, ну ладно. Они пошли пробовать последний замес, типа отобрать орб. Если повезет, типа все нормально. Нет, сдаемся. Так, подождите минуту, я сейчас прям это... находится на пути мастера.
Слушай, Тём, у тебя такой вопрос. У тебя... Алло, Дескоп Капчу, у тебя включен или выключен? Это в параметрах Shadowplay, прям в обычных параметрах. Где ты выставляешь кнопочку, там вот под монитором, блядь, галочка. Так. Да. И вот смотри, под там монитор у тебя нарисован, где ты выбираешь наложение камеры, все дела, и под монитором, видишь, алло, десктоп капчер. У тебя не включено, да? А, вон как. А у меня тут, да, она, короче, это выключено. У меня проблема в том, что он вообще не включается, если я галку не ставлю. Вот сейчас вот посмотри, посмотри, вот я сейчас, грубо говоря, ее отключил, нажал Alt F8. Посмотри, стрима по-любому нет. Ну сколько там задержка? Секунды 3, вот посмотри, он будет просто подключен. Ну да, как будто вообще не включил даже, блядь. Это бред нам. Так, а у меня показывает, что ты в отряде. Да. Давай я чайку тогда бахну. А, ты слышишь в скайпе, да, меня? Я не знаю, я вообще пробивание беру только на АДК. С автоатак пробивать же. Ну, в лейте уже где-то 4-5 колоды. Ну, не знаю.